Израильская налоговая служба сообщила о выделении 900 миллионов шекелей на компенсацию самозанятым израильтянам. По сообщению налогового органа, в течение ближайших нескольких дней на счета самозанятым израильским работникам будет переведено порядка 900 миллионов шекелей в качестве компенсации за убытки, понесенные в ходе карантина, вызванного эпидемией коронавируса. Отмечается, что на счета 42 тысяч израильтян было переведено 400 миллионов шекелей в качестве компенсации за кризис, вызванные карантинными ограничениями. Также днем 8 мая было одобрено 174 тысяч заявок на получение второго компенсационного гаранта и 114 тысяч на получение третьего.